Теперь ясно, что муравьи приехали в хорошем состоянии, и это значит, что пора готовить для них новый дом. Простейшая конструкция, которую делал каждый. Арена с отверстиями для трех пробирок, но сейчас будет достаточно и двух. Но кое-что в этом фармикарии все-таки отличается от привычных нам систем. Одна пробирка в нем без воды. Тщательно наношу вазелиновое масло на стенки. Экофилы легко преодолевают большинство других антипобегов. Вот он, долгожданный момент. Аккуратно помещаю пробирку с новыми муравьями на арену и наконец-то даю им возможность выйти на свежий воздух. Экофилки быстро выбежали на арену дружной толпой. Они сразу начали выносить трупы из гнезда и искать еду.